друзья мои, с вами я, Светлана Та. А сегодня я пришла в гости к моей Китуше. Мы с ней вместе работали, медсестры, в клинике. Я ее крестила. В общем, мы пришли сегодня, первый свой визит, кому мы пришли в Батуми по приезду, это семья Кэти. Спасибо. Вот, посмотрите, ее сын Эндерс пьет вино. Невестка сейчас только родила ребеночка второго. Это маленький. Андрея. Андрея. Привет, скажи привет. Вот, друзья мои, вот так мы сидим в гостях. Вы видите, я тоже прическу поменяла. Имидж преобразовалась в Батуми. До встречи, мои хорошие. Пока-пока. Посмотрите, какая красивая гостиница новая. Батуми. Дизайн какой. Необыкновенный. Посмотрите. Я сама не поняла, где, что и как. Но очень красиво. Вот, посмотрите, рядом находится. Здесь вот стройка. Раньше здесь было просто сквер, а сейчас стройка везде. А это, друзья мои, гостиница Колизеум. На греческий стиль. Или на итальянский стиль, бельми, не знаю. Вот такая красота. А здесь посмотрите, какие высокие здания. Дома здесь, дома. В общем, красота Батуми. Мы сегодня решили прогуляться вечером, после гостей идем. И решили подышать батумским воздухом вечерним. Орби, вот такие вот высокие дома, Орби комплекс. Посмотрите, как красиво светятся. Здесь живут люди, но здесь, знаешь, эти как гостиничные, маленькие комнаты здесь, ну красиво все. А вот посмотрите напротив. Рестораны, очень много ресторанов. Вот это вот гостиница Колизеум. Это перевернутый ресторан Батуми. Аптаун ресторан. Хирамала называется. Как будто он падает. Перевернутый. Вы знаете, внутри, когда заходишь в туалет, туалеты наверху, на потолку. А это ресторан Гарден. Там башня. В общем, очень много ресторанов, друзья мои. Знаете, что в Батуми погода ужасная днем. Солнечно, а вечерами дождь. Такой был ливень. Мы были в гостях у моей подруги, моей крестницы. Вот сейчас решили возвратиться мы пешком. Погулять, прогуляться по ночному Батуми. Не прохладно, не холодно. Такая приятная погода. И вот мы идем домой пешком. Здесь посмотрите, друзья мои, дети с ума сходят. Все это шатается. Посмотрите на мою внучку сумасшедшую. Энергию свою потратит, может, заснет хорошо. Посмотрите, что творит. Осторожно! Не знает, что делать. Все дети состоянии. Сколько у них радости, посмотрите.
любит много двигаться, поэтому там на каруселях крутится. Ой, кто-то упал. И что-то так я боюсь этих. А это башня. Все дети как будто с ума сошли. Это что за такой аттракцион, а? Куча детей, все, посмотрите, бегают. Кто бегает, кто прыгает, кто летает. Господи, боже мой. Мари. Пришла. Давай, 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 давай. Залезай, залезай. Давай, 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 давай. Это такое красивое место у нас в парке в детском. Сердце. Аллея какая-то. Пойдем посмотрим, что там. Подёрнуто. Пока час. Баксы. Сердечки. Сердечная тропа. Кердунная кузель, как красиво. Не лезем я так. Не я поверу горы. Ходы, ходы. А мы бурдачи чекли здесь. Посмотрим, да, говорят, надо пройтись. Аллея любви, ашкем аллея любви. Ашкем идет по аллее любви в Батуми. Клумбы такие красивые. Ашкем, проходи, давай, давай, давай. Я тоже за тобой пойду. И знаете, вот вроде бы, может, и смешно для кого-то, но многие сюда проходят, заходят именно сюда. Именно в темноте видно вот эта красота. Я, мои хорошие, наконец-то мы вышли на берег Черного моря. Мы купались, Ашкин купался. И знаете, что зашел 2 метра и говорит мне уже по горло. Конечно, это не Средиземное море, где идти надо идти и не дойдешь. А дети вот купаются, Мари вон там. Море, знаете, прохладное. Ашкин, тебе понравилось Черное море? Бегендинли? Да. Денис. Понравилось ему. Батуми, говорит, красивый. Действительно, мы находимся не напротив нашего дома, а чуть-чуть отъехали в сторону. Здесь такое море с мелкими камнями, пляж. Поэтому очень удобно, когда идете с детьми. Так вот мы сидим, потом мы набрали всех вкуснятин, сделали себе такой маленький пикник. Отдыхаем мы в Батуми. Батуми. Сладкие, мои сладкие внуки. Какие счастливые. Ирмочка. Мои лапули. Бабулины лапули.
Бабуля так соскучилась по ним. Вчера детям сделали прививки, двум маленьким девочкам. И немножко у них ее ручка опухла, поэтому мы не хотим ее купать. А старшая два укола сделали, но купалась. Маленькая немножко так переносит, тяжело. Ручка опухла. Ирмочка!